Я думал, всему конец. Возможно, ты сегодня спас человечество. Можешь меня не любить, но если выживешь, найди минутку сказать мне спасибо. Экстрасенсам придется многое объяснить. Исследовательской лаборатории даже на радарах не было. А эта икс-особь поразила меня, так же, как и тебя. По крайней мере, из-за этого козла Хозера никто из моих мародеров не погиб. Хозер только что созвал совещание на высшем уровне. Ну, я еще с этим разберусь. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Burn Play. Мы продолжаем проходить Звездный Десант. Помогли козлу Хозеру достать его X-особи. Было тяжело, но мы справились. Посмотрим, что нас ждет дальше. Генерал Хозер обдумывает грандиозную операцию, которая, по его словам, станет венцом войны. В ней будет использована X-особь. Она была модифицирована так, чтобы привлечь любого арахнида на расстоянии 200 метров. Этот живой феромон находится в пустыне, в форте Аттакама. Хозер говорит, что X-особь выманит большую часть воинов на поверхность. Тогда генерал даст сигнал, и ловушка захлопнется. Флот сбросит все, что есть — бомбы, ядерные заряды — и даст удар с орбиты. Жукам будет негде спрятаться. Только Хозер может отдать приказ об ударе, и я знаю, что он будет ждать дольше, чем следует. Каждая секунда — это верная гибель десантника. Мне нужен человек, которому я доверю жизни своих ребят, и этот человек — ты. Да, ребята, я чувствую, будет нелегко здесь удержать, короче, нам нужно фронт, дать X-особи уйти, помощь удара с воздуха. Итак, миссия наживка. Welcome back to Hesperus, where mobile infantry have exploited the reopening of supply routes by pushing deep into the desert. Preparations are underway to lure the arachnids into the open. It's a top-secret operation devised by the cunning scientists at PSYOPs. When it comes to intelligence, nothing can outwit the cleverness of the Federation. М-катер, говорит форт Аттакама. Разрешаю посадку. Здесь ни от кого не дождаться поддержки. Надеюсь, во флоте знают, что делают, давая разведке карт-бланш. Как тебе питомец Хозера, которого они держат на привязи? Дружелюбен, как кровожадный вирус. Как тебе понравилось рисковать жизнью ради его спасения? Привет, мародер! Как здорово, что ты с нами! Помнишь свою старую приятельницу X-особь? Смотри-ка, ты ей нравишься! У меня от этого урода мурашки по коже. Ага, и жук тоже довольно странный. Граната! Это еще что такое? Какого дьявола? Я думал, что они отбросили плазмоидов. Если X-особь развернется на полную мощь, все наши планы накроются. Есть только один способ. Я запрашиваю ядерный удар. Мародер, боеголовка в бункере 2. Я займусь кодами. Понятно, все нужно делать, как обычно, самому. Мародер, передаю коды запуска на твой скафандр. Да ведь
это мародер. Слава. Эй, приятель. Все готово к запуску. Разнесем их в клочья. Мародер, ты единственный, кто может это сделать. Стоп! В укрытие! Так, а как загрузить эту блядь? Подождем. Я что, я не попал? Ни хрена там бабахнуло-то, ёлки-палки. Я думал, промазал. А то. И у меня предчувствие. И-ха! Вот так-то лучше. Круто. Одна единственная кнопка не баба. Генератор вышел из строя. Вот так ничего себе. Электромагнитный импульс забрал почти всю энергию. Извини, не могу восстановить биос без полной перезагрузки. Нужно отключить главные генераторы. Для стабильной работы системы энергообеспечения необходимо перезагрузить компьютеры. Спускайся в подвал и отключи генератор. Там же найдешь туннель, ведущий в бункер 1. Я еще могу открыть для тебя вход в первый бункер. Пользуйся, пока есть шанс, мародер. Давайте, мартышки, построиться! Эй, мартышки, дайте выход отсюда, ё. У вас не работает. Стационарные орудия вышли из строя. Высоковольтное ограждение первого бункера вышло из строя. Двери опять обесточены. Мародер, пойдем со мной. Я постараюсь починить двери бункера как можно скорее. Все тихо. И не забывай отстреливать жуков. Их особь еще рано выпускать. Так, а где ты, ему? Тренировка. Огневка! Цыпа, цыпа, цыпа. Опасность! Задай! Так, как попасть сюда, ты, ему? Чувствую, мы влипли. Они приближаются! Ограждение обесточено. Они перелезают через вал. Жуки пошли слишком рано. Выбей их отсюда. Их особь начинает нервничать. Одним выстрелом. Тут многовато, правда. Еще самую малость. Держаться, ребята, держаться, да. Прекрати,
Давай, мародер! Дверь открыта, но это ненадолго. Найди аварийный выключатель и обесточь генераторы. Ух, ё-моё. План Хозера работает. На объекте целая армия жуков. Тебе не уцелеть, если механики не дадут ток на забор. Неужели мы радио? Сейчас, ребят, поможем немножко. Вот только вас тут не хватало бы. Одной проблемой меньше. Или заряжаю. Так, на всякий случай нужно сделать так. Мне там не нравятся эти маленькие твари ему. И у меня еще нет моего дробовика, вот что плохо. А что у нас вообще есть? Понятно, у нас особо что-то ничего и нету мы. Откуда он сейчас стреляет? Ты, сука, ты в зале оказался. Сука, ты маленький тварь здесь, блин, пипец, конечно. Где спуск-то? Это пока падает, и меня нет, вот туда. Мне кажется, сейчас будет здесь неприятное. Люди гибнут! Найди этот чертов выключатель! Да иду я знаю. Запущено аварийное отключение. Теперь нужно только ждать, пока механик закончит работу. Нужно отключить энергию, чтобы перезагрузить систему. Берегись! Жуки прорыли туннель в подвал! Не дай им прорваться, от этого зависит вся миссия! Может, надо закрыть потом? Подожди чуть-чуть. Мне приходится восстанавливать системы каждую по очереди.
еще самую малость. Ты охренел, ты уже его. Да ёлки-палки, как они так жизнь выносят? Просто пиздец. Снова экстрасенсы выиграли. Иди нахуй своими экстрасенсами. Ой, блядь, ну как бы тебя здесь оружие даже нормально нет. Мы бы сейчас дробовик, сейчас бы все порешали бы. Генерал Хозер... Нахуй, будем здесь держаться, блядь. Потом, мне кажется, мы будем все-таки закрыть и идти. Подожди чуть-чуть. Мне приходится восстанавливать системы каждую по очереди. Еще самую малость. Все готово, щелкай. Доберитесь до выключателя и запустите генераторы. Сейчас здесь будут полчища жуков. Солдатам не продержаться без электрозабора. Перезапуск системы. Пожалуйста, подождите. Рабочий режим. Генератор активен. Все системы функционируют исправно. Отлично, мародер! Ты включил электрозащиту как раз вовремя. Сверху кажется, что форт плывет в море жуков. Однако проблема до сих пор не решена. Эти жуки могут опять вывести генератор из строя. Удерживайте подвал каким угодно способом. Да, блин, зажали опять. Да ёлки-пак. Зажимают и все, ну. Снова экстрасенсы. Сука, ненавижу экстрасенсов, бля, просто. Генерал Хозер обдумав... Там даже бронированные патроны не берут там. Просто какой-то. Чудо жуки, блядь. Так, это бочка надо взорвать сразу. Полк-то не стал никакого.
подожди чуть-чуть. Мне приходится восстанавливать системы каждую по очереди. Еще самую малость. Все готово, щелкай. Доберитесь до выключателя и запустите генераторы. Сейчас здесь будут полчища жуков. Солдатам не продержаться без электрозабора. Перезапуск системы. Пожалуйста, подождите. Рабочий режим. Генератор активен. Все системы функционируют исправно. Отлично, мародер! Ты включил электрозащиту как раз вовремя. Сверху кажется, что форт плывет в море жуков. Однако проблема до сих пор не решена. Эти жуки могут опять вывести генератор из строя. Удерживайте подвал каким угодно способом. Двери шлюза закрыты. Прикончи всех оставшихся жуков. Это было тяжко, блин. Ты нужен мне на поверхности. Здесь сущее пекло. Я везде нужен, блин. А что делать? Я не могу разорваться, блин. И тут вам помоги, и туда вам беги, и туда беги, блин. Какие твари, блин. Дьявол! Они прорвались сразу с двух? Я так и знал, что вы вернетесь, сэр! Ух, хорошо, а месяц летит. Там теперь и фантом другие тоже. Они даже и пройти-то не дают никуда, блин. Проклятые танкеры рвут и мечут. Пора предать их забвению.
охренение, предатель. Чего электричества нету, блин? Хозер, пустыня кишит жуками. Вызывайте авиацию. Ответ отрицательный. У нас в запасе всего один выстрел. Нужно потратить его с толком. Будем ждать, пока жуков не станет больше. Черт меня дери. Если вы будете медлить, они всех перебьют. Ждем жуков. Хозер, спускайтесь вниз, вам грозит опасность. Нет, подождем, пока их не станет больше. Я всегда знал, что от их особей не стоит ждать хорошего. Хозер не может разорвать с ней контакт. Он должен отдать последний приказ. Если жуки освободят пленника, они разбегутся раньше, чем мы успеем поразить их с орбиты. Любой ценой защищай клетку. Вышлю тебе кого-нибудь на подмогу. Жуки! Еще! Еще! Хозер, выходи уже из ступора! Зови! Еще! 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 Хозер, сукин ты сын! Кошмар, вас тут просто.
Отойди в сторону, Хозер. Сейчас мародер вышибет этой твари нервный узел. Нет! Подождите! Я Хозер флоту. Начать операцию «Буря в аду». Повторяю, начать операцию «Буря в аду». Вас поняла, генерал. Начинаем операцию «Буря в аду». Посылка отправлена. 30 секунд до взрыва. Сейчас здесь станет очень жарко. Все в бункеры, немедленно! В укрытие, гориллы! Начинается бомбежка! Да блин, не так дойти-то, ё-ма. Снова экстрасенсы выиграли. Снова... Генерал Хозер обдум... Открыть стрельбу! Это, наверное, единственное место, где можно уцелеть. Пять, четыре. Чё, она не взрывается, да? Хозер, спускайтесь вниз, вам грозит опасность. Нет, подождем, пока их не станет больше. Куда больше подождем? Я всегда знал, что от их особей не стоит ждать хорошего. Хозер не может разорвать с ней контакт. Он должен отдать последний приказ. Если жуки освободят пленника, они разбегутся раньше, чем мы успеем поразить их с орбиты. Любой ценой защищай клетку. Вышлю тебе кого-нибудь на подмогу. Жуки! Еще! Еще! Хозер, выходи уже из ступора! Зови! Еще! 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 Хозер, сукин ты сын!
Да, тут так можно держаться, конечно. Потому что там внутри это просто ад. Броню восстанавливайся. Кошмар, куча мала вообще. Ой, сколько еще тут держаться-то, а? Отойди в сторону, Хозер. Сейчас мародер вышибет этой твари нервный узел. Нет! Подождите! Я Хозер флоту! Начать операцию «Буря в аду»! Повторяю! Начать операцию «Буря в аду»! Вас поняла, генерал. Начинаем операцию «Буря в аду». Посылка отправлена. 30 секунд до взрыва. Сейчас здесь станет очень жарко. Все в бункеры, немедленно! В укрытие, гориллы! Начинается бомбежка! Да отойдите вы! Да, блин, не так дойти. Ну как так, ну? Ну как так, я практически прошу. Снова экстрасенсы выиграли. Снова погиб. Отскоримся. Генерал Хозер Абду... Одним выстрелом! Ранил в жопе. Сука, блядь.
Хозер, спускайтесь вниз, вам грозит опасность. Нет, подождем, пока их не станет больше. Я всегда знал, что от их особей не стоит ждать хорошего. Хозер не может разорвать с ней контакт. Он должен отдать последний приказ. Если жуки освободят пленника, они разбегутся раньше, чем мы успеем поразить их с орбиты. Любой ценой защищай клетку. Вышлю тебе кого-нибудь на подмогу. Жуки! Еще! Еще! Хозер, выходи уже из ступора! Зови! Еще! 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 Хозер, сукин ты сын! Сколько ты можешь жить? Шуков-то, блин. Иди отсюда, блин. Сколько может уже убивать-то? Тихо-тихо-тихо, здоров. Отойди в сторону, Хозер. Сейчас мародер вышибет этой твари нервный узел. Нет! Подождите, я Хозер флоту. Начать операцию «Буря в аду». Повторяю, начать операцию «Буря в аду». Вас поняла, генерал. Начинаем операцию «Буря в аду». Посылка отправлена. 30 секунд до взрыва. Сейчас здесь станет очень жарко. Все в бункеры, немедленно! В укрытие, гориллы! Начинается бомбежка! Ё-моё, ну разбил меня сзади, как так? Снова экстрасенсы выиграли. Сразу прибежал, растоптал меня. Генерал Хозер обдумывает... Сейчас здесь станет очень жарко. Все в бункеры, немедленно! Укрытие, гориллы!
конечно, прям через меня пробежал, нормально. Пипец, опять через меня пробежал. Ну как ты так? Снова экстрасенсы выиграли. Генерал Хозер, сейчас здесь станет очень жарко. Все в бункеры, немедленно! Этот опять... Откуда тут взялся вот здесь, а? Снова экстрасенсы выиграли. Ну и так уже свернул, вернулся. Чего не бегает мародер? Ебаный корабль. Генерал Хозер об... Сейчас здесь станет очень жарко. Все в бункеры, немедленно! Дайте пойти, сукины дети, блядь. Открывайте ворота там. Не, алло. Снова экстрасенсы выиграли. Не хватило пару секунд зайти. Генерал Хозер обдумывает. Сейчас здесь станет очень жарко. Все в бункеры, немедленно! Так невозможно. Снова экстрасенсы. Генерал Хозер обдумал. Сейчас здесь станет очень жарко. Все в бункеры, немедленно! Идите нахрен все, бля. Вся пустыня в огне! Да, 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 мать их, да! Горите, жуки, горите! Замечательно! Получилось, да! Это просто ад. Ты слышишь меня? Отлично сработано. Армия жуков полностью разгромлена. Возвращайся к загону. Там Хозер и его жук. Если их поведение покажется тебе странным, уничтожай обоих. Я сам за это отвечу. Ха, мародер! Может убрать эту пушку от греха подальше? Это генерал Хозер. Выпускаю X-особь. Она наш союзник и служит Федерации. Всякий, кто осмелится выстрелить в нее, будет отвечать перед командованием. Сукин сын! Знаю, день выдался нелегким, мародер. Но на отдых нет времени. На том свете отоспишься. Бегом на корабль, там получишь инструкции к следующему заданию. Да, я думаю, жесть нас еще ждет впереди. Это было просто прекрасно. Маршал прислал личное поздравление, ишь ты. Хозер теперь герой Федерации, а ведь я чуть не попросил тебя прикончить его там потихоньку. Да лучше мы его там прикончили.
Ори, такая была серия жуткая, кошмарная. Еле прошли бы. Вот нашел какую-то лазейку, чтобы как-то пройти бы. Ну это просто жесть. Всем спасибо, кто смотрел. Не забываем подписаться на канал. Прожимать колокольчик. Всем пока-пока. До новых встреч.